Новогоднее чудо сотворили молодые гости с республиканской столицы для детей из социально незащищенных семей района. По инициативе предпринимателя Аскера Докумова гости привезли 70 новогодних подарков. Совместно с работниками Кашхабского центра социального обслуживания населения они побывали в Дмитриевском, Кашхабском и Натырбовском сельских поселениях, поздравили ребят и вручили им гостинцы. Все дети остались очень довольными, а родители, в свою очередь, благодарны всем участникам этой замечательной акции.